Презентация фильма «Я вижу так» Станислав Слесарский прошла в рамках 9-й Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Автор фильма – член Союза журналистов Республики Татарстан и Российской Федерации Зульфия Асадулина. Станислав Петрович сам родом из Казани, учился в Казанском художественном училище. В 1987-м он вместе с семьей переехал в Ульяновск, где живет и работает больше 30 лет. Моя первая работа в Ульяновске был заказ, посвященный основателю города Симбирска Богдану Петрову. Вот это панно как бы исторического плана, где основатель города, вот эта известная грамота, которую он держит в руках, она осталась в истории, я ее, собственно, использовал. Он участник многих выставок, заслуженный художник России, лауреат международной премии имени Аркадия Александровича Пластова, член правления Союза художников России. Произведения художника находятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом. Я сейчас смотрел на себя со стороны. И как будто это не я. Ну, так получается, что видишь по-другому, глазами режиссера, вот, такого же художника, тем более музыканта еще. По мнению Зульфии Асадулиной, Станислав Слесарский – личность очень яркая и достойная, чтобы о нем говорили, писали и снимали фильмы. Сам герой на самом деле очень скромный человек, и только благодаря его жене, тоже художнице и преподавателю Людмиле Слесарской, согласился на съемки. Для меня, например, очевидно, что фильм сделан автором, потому что это действительно своеобразное видение, своеобразная подача. Вы, наверное, обратили внимание, что многие картины просто берутся так фрагментом, да, фрагментом, чтобы не срисовал никто композицию. Ну, это уж я как бы шучу, конечно. Вот. Это уже свое лицо, своя рука, свой стиль. Фильм пока можно посмотреть в соцсетях. А в следующем году, накануне юбилея Станислава Петровича, его покажут на канале Ульяновского телевидения. Ирина Антонова, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.